Вон чаёк. Немного горячевато. Тёпленько, вкусненько. А чем понравилось тебе? Пеканка очень вкусная, второй кусок прямо. И чаёк. Мы тихонечко ждём, пока... Горяченький. Ага, очень горяченький. Папа, ты тоже чаёк пьёшь? Приехали чай попить. На природе самый вкусный чай. Да. Вкуснотель. Да, Мир, иди хлебни чайку. Как раз... Уху. Уху? Угу. Без рыбы? Пакетики. Это что, ты уха твоя? И рыбка. Только она сухая. Ну, сделай сухой тогда. Мира, тут кактус. Это не кактус. Это такой деды называется. Дед колючий. Не трогай его. Вот. Ну, приятного чаепития на природе. Спасибо. Нам. Ля, а вот это корабль плывет. Корабль плывет. Где корабль? Это дамба. Что? Дамба. Зачем дамба? Зачем дамба? Надо. А? Зачем дамба? Что там, вода может пере... Для чего она? Дамба же это, чтобы вода не вытекала. Если там вода перекрывает, и озеро образовалось. Если открыть эту дамбу, оно уйдет, озеро. Либо она сверху, там оно сюда сходит. Там же речка. И речка наполняется. Машины ездят, все хотят бережок, наверное, найти. И вот в воду заходит.